Портфеллер, подкроватный храпун, защитьер и дворовый воролов. Все эти труднопроизносимые слова много значат для приюта «Дружок». Этих пород в природе не существует. Местные обитатели получили их благодаря фантазии группы активистов, которые помогают этому приюту. Наталья животных любит с детства, лично взяла к себе двух бездомных собак. Но что такое две собаки, если в приюте от одиночества страдают сотни таких животных? Именно этот вопрос и подтолкнул девушку на создание благотворительной организации, которая преподносит людям так называемые «подарки судьбы». Ребята собирают волонтеров, расклеивают объявления, дают листовки прохожим. Взамен получают благодарность от приюта и его обитателей. Для любителей животных это самая большая награда. Этих собак с редкой породой вы не купите просто так. Зато можете взять в приюте безвозмездно. У них нет дома. Им тяжело, особенно зимой. Я сюда сама часто приезжаю, им помогаю. Я хочу привлечь внимание к ним, чтобы им помогали. Привлекаю внимание с помощью объявлений, которые... Ну да, конечно. Помогают людям понять, насколько тяжело этим бездомным животным, которые они выкинули. Для этих животных засветиться на листовках – большая удача. Любящих хозяев и теплый угол в прошлом бездомные собаки приобрели именно благодаря этим самым листовкам. Сейчас портфолио снова пополняется фотографиями. Скоро активисты планируют провести необычную выставку животных, у которых пока нет хозяев. Со своим проектом «Подарок судьбы» активисты уже в скором будущем отправятся к спонсорам. Ребята надеются, что на доброе дело денег не жалко. Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».